Ой, я перешла через границу и зашли в пункт Валберес. Тут где-то должен быть. Здесь, что ли? Да, вот он. Урожайная 82. 80/2. И открылась вот такая красота на горы. Вы посмотрите, какая прелесть. Вообще. Они в снегу. Так, здорово. Зашли в мой любимый магазин специй. Надо его тоже заснять. А то я иногда забываю, где он находится. А там продавец, которого я не знаю. Ну, так интересно. Он говорит, я 3 года здесь уже работаю. Значит, я на вас не попадала. И так вот такой день сегодня прекрасный. Солнышко. Раннее утро. Время 9 утра. 10 час. Вот. Всем хорошего дня!